Дети. Можем переиграть. Я смотрел полубок. Давай переиграем. Thank you.
прямо с поезда. Турнир с самым большим количеством травм вообще, которые я видел. Серьезно, это не шутка. Прям вот они полированные, полированные такие. Там все. Миша Лимберман в первый день приехал, травмировал. Вот, да куча.
смотрел, кто как играет. Там такая лишь заниматься, а просто есть. Уболтали. Еще темп. Чего-то не хватает. Это почка, что-то.
еще хорошо. Рассел бы раз хорошо летает было. Ну да, вот все эти ребята, которые я играл на этом, которые абсолютно не управляют. Я сейчас они тоже не управляю. Но они, по крайней мере, как. В прошлом году, когда я играл 2 года назад, они взяли 78-ю сборку. Чтобы они хоть как-то. Да, соответствовали вообще чему. Ну и там был конец. Просто до него не надо было. До этого. Они просто летают, я предсказываю. Когда все эти активы, еще вылетает паук. Дальше берешь, он не долетает. Я поговорил с Димой Дубовенко, знаешь, что они паленые расселки. Он говорит, я не знаю, где они его нашли. Каким образом получается, что мы даже не думали, что РСЛ вообще подделывают. Это наши ребята. Талант. Да.
сразу охота еще чуть-чуть тренировался, потому что люди-то все, которых ты обыгрывал, вот они. У них там не сильно что-то изменилось, честно говоря. Так, по наличию ставь. Ну, мы вас отправили в прокопости свои. Пенсом стал приходить туда на игровые, я, честно, думал, что я сегодня не приду, я как-то поболел. Мне повалил блин, как кипят. Спасибо. Не знаю, видимо, попадаю очень глубоко. Я там с какой-то идеей ручкой играл, под конец. Наверное, зря было все придумал. Я забегался, что это вообще была жизнь. А под конец особо, если бы сам начальник, что такое было? Ну, причем одну взяли, и чуваки решили здесь реванш, они его взяли. Усердки. Вот, это разорвало так, это в кроссовке. Не знаю, мне там нифига. Ну, это вот зуевская какая-то история. Она раньше никогда не включила. Мне не нравится. Вот. Просто я не понимаю, что. Ну, может, это в женском доминикане. Такая сама так не играет. Вообще, ну, то есть никто этого не делает. Ну, это, конечно, не заходить с прямой рукой. Это какая-то фигура там. Либо критик снять, либо трусать, я не знаю. Граммар Мацин, они, конечно, спрашивают, во что одеть? Я не знаю, это стоит это чуть. Это зуб. А, они снимают. Это зуб. У них зуб, значит, он вот все режет, болит. Зачем человеку 30 сколько он? 7 менять технику. А что ты еще хочешь? Протереть. Что-то там как-то плотно. Ну да,
понятно, что она прям сильнее, и она прям вот объективно сильнее. И... Yeah.
сейчас справа блокирующий, блокирующий, даже Не, сейчас не так сейчас. Третий. А.
сам не видел. Потому что я не представляю, каким образом он выиграл с такой игрой он же Ишимоту, по-моему. Ну, кого-то из них. Oh, wait.
естественно. Аэросенса 50. Да, это первое.
Принести давно в руках. Да там же лежал. Я выберу ракету. А то вдруг там, блин, мне ракету мешает. Максим, ракета открыли. И очень долго. Thank you.
Не вспотели даже? Да? Знаешь, что-то даже бегать как-то не бегалось мне. Силы как-то уже покинули. Как? Ну, мы как пили, а как вы имеете, они пойдут, там еще будет.
Чемпионат мира войну. Вообще. Запад.
Поехали, знаешь, снежный
Тогда получается, я рак. Больно смотреть. Здесь рак. Извини, я не пожалуйста. Да бля! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Привет.